Ну что, у нас опять миля шахтера. Так, а что, у нас 38 тысяч. А что мы тут можем потом купить? Мотокросс, багги мы откроем. А, вот тут я хочу красненькую машинку открыть. А она дорогущая, стоит 80 тысяч. 80 тысяч у нас пока, к сожалению, нет. Ну да ладно. Все, поехали. Ага. Здесь надо аккуратненько ехать. Аккуратненько. Смотри, какие они быстрые все, да? Ну, половина здесь разобьется, а то стопудово. Трасса-то большая. Очень большая трасса. Ух ты, смотри. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Они далеко уехали вперед. Опа! Так, а ну, может быть, здесь можно сократить будет, нет? Нифига. Опа! Нет, давай вниз. А-а-а! Разбились. Итого четвертое место. Какая жалость. Нет, не проехали. Болотистый кубок. Мы здесь тоже сейчас не проедем. В болотистом кубке очень мой нелюбимый кубок. Здесь надо как-то взаимодействовать с крокодилами, я так понял. Хочешь выиграть? Надо будет на крокодилы как-то как садиться. Ну почему? Кто там поставил генератор? Не, это я солью, короче, здесь болото это. Это болото я солью, стопудово. А может быть и нет. Может быть, я займу какое-нибудь второе место. Это было бы в идеале. Второе место. Ах, а как я так разбился? Так, это вот третье. Мне хотя бы надо максимально доехать уже. Так. С помощью крокодила. О, выехали. Крокодильчик нам помог. Спасибо крокодильчику. Скажем. О, нет! Если я снизу поеду, то я не доеду. Сколько раз такое бывало, что мы здесь топливо у нас заканчивается? Второе место только. Чуть-чуть проехали. О, это хорошо. Это где? О, сельская местность, обожаю. Здесь мы должны выиграть. Так, а что это все на мотороллере? На мотороллерах катаются. Оп. Спасибо, магнитик. Ты меня выручил. Так, бензинчик. Так, ну скорее же финиш. Есть, финиш. Поехали дальше. Так, сейчас будет поинтереснее, мне кажется. Что-то. А может быть и обычно. Ну, обычная трасса, как бы ровная, без сюрпризов. Да, без сюрпризов, нормально все. Так, канистру берем. О-о-о, финиш, финиш, и мы первые. Подавляющее большинство мы как бы побеждаем, это очень радует меня. Ну что, поехали на багги. Багги для песка. У нас здесь есть специальные колеса стоят, сцепляющиеся. Ну, здесь носки, наверное. Да, носки лежат. Носки для шин. Так называемые. Цепь. Или резинки даже. Ну, багги, смотри, уверенно едет. Багги, молодец. А звездочек надо собрать 50 тысяч. Это я вообще, это уме у меня никак. Это все не может состыковаться. Что очень много, это вообще жесть, конечно. 50 тысяч звезд собрать, чтобы открыть новую карту. Да как так? О, сундучок появился. Вот хорошо. Сундучки мне нужны.
Там в сундучках много чего интересного может лежать. Так, сундучок первого уровня. Сейчас постараемся второго найти. Оп-оп-оп, аккуратненько. Так, поехали. Ну, багги сам уже был такой заряженный. Мы его открыли, он уже был заряженный достаточно-таки нормально. Вот это я понимаю, когда покупаешь новый автомобиль, который дорогой, он уже сам по себе без улучшения должен тянуть. А не то, что мотороллер купил, он и псик-псик-псик и не едет. Абсолютно. Вот, второго уровня взял. Там будет еще реклама. И будут монетки за рекламу. Так, ну что, мы можем еще третьего уровня взять. Сундучок. Так, а здесь нужно аккуратненько. Это ущелье, пещера. Ух ты. Чуть башкой не стукнулся. Здесь должен быть более такой мягкий спуск. Подъем аккуратный. Вот такой. Отлично, отлично. Багги молодец. Хороший автомобиль. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой, а чё у меня тут? Ё-моё, заканчивается бензинчик. Так неожиданно, так быстро. Вот, я хочу третьего уровня взять, сундучок. О, все. Сундук третьего уровня, ребята. Интересно, что в этом сундуке. Хотя я брал сундуки уже третьего уровня. О, давай, давай, давай. Есть. Вот что мне нравится, багги, как бы он. Тянет. Тянет, тянет, тянет. О, еще немножко, немножко. Давай. Отлично, давай, давай. Ой, все. Пенопласт какой-то лежит. Не похож на лед. Очень легкий какой-то. О, здесь быстренько так прыгаем. О, нифига, вот у четвертого уровня я, кажется, не брал еще. Четвертого уровня, кажется, я еще сундучки не собирал. Ух ты! Фига, там типа айсберга, айсберг какой-то стоит. О, давайте попробуем пятого уровня собрать сундук. Интересно, интересно, что же в пятом сундуке, пятого уровня. Какие-нибудь детали офигенские будут. Куча денег, может, тысяч 50. Так, снеговик еще мне тут стоял, да? Мешает. Не финты себе. Ребята, мы проехали сколько много. Опа, а тут я подняться не смогу. Да ё-моё. Тогда попробуем вот так вот сделать. Нахрапом. А, нет, не получается. Все. Не доехали мы. Ну, смотрим, сколько. 2600. Что так мало? Ну что, пришло время, чтобы купить скутер. Давай. Так, купили скутер. Так, баланс. Что это значит? Пониженный и лучше сбалансированный вес спереди. Повышает устойчивость и управляемость. Давайте купим. Раз. Два. И моторчик обязательно приобретем. Ну все, деньги кончились, поехали на нашем скутере. Ой, ё-моё, нифига, как его колбасит. Почему-то я думал, что на скутере будет легче. Нифига. Даже после улучшения он не, айс какой сбалансированный. Да, он просто-напросто не сбалансированный. Надо еще балансировкой заниматься скутеру. Куча денег это будет стоить, конечно.
Ну а потихонечку на всех трассах, на всех дорожках моих мы покатаемся. И, возможно, мы его улучшим. Улучшим в какую-нибудь хорошую сторону. А, итого у нас уже 367. О, 400 почти что. Звездочек. Все, едем. Постараемся максимально проехать, сколько это возможно. Но, конечно, я не волшебник. Опа! Давай еще. Так, здесь мы сейчас попробуем разогнаться. Раз, готово. Хорошо. Вот сюда сейчас заедем. Да, получилось у нас. Так, ну, здесь мы по водичке и на этот пенопласт прыгаем. Ну, скутер, а? Бедолага. О, а здесь я не знаю. Заехали, смотри. А здесь заедем и сюда заехали, ты подумай. А вот сюда, возможно, мы не заедем. А, да ты чё? Молодец. Скутерочек мой. Не зря, значит, мы его, ребята, прокачивали. Не зря. О, почти что 1000 звездочек мы заработали. Вот так держать, скутерочек. Ох, а ты чё на коленке-то встал? Ай, ё-моё. Нормально, вставай. Всё. Ну, конечно. Перевернулись. Да. А в сельской местности мы на скутере не катались же еще, да? Так, сцепление давай улучшим. Всё. Так, я хочу вот эту маску снять. Оденем просто кепку. Всё, поехали. Чуть-чуть улучшили сцепление с дорогой. Ну, да. Всё-таки какой-то плюс есть в этом. Что-то есть в этом. Сейчас, если еще 1000 звездочек соберем, вообще будет хорошо, замечательно. Так, он бы еще вот так вот сидя едь. Во. Ой-ой-ой-ой-ой, аккуратно. Нифига, я еду практически нос к носу с автобусом. О, нет! Он вылез просто, вылез с этого самоката.